Торжественная церемония запуска мультимедийного фонтана состоялась на главной площади Владивостока. Зрелище невероятно красивое и захватывающее. Такой фонтан сооружен при поддержке Сбера, построен за рекордные сроки 2,5 месяца и стал грандиозным подарком жителям Владивостока. А этот фонтан, безусловно, потрясающий подарок нашему городу. А в каких направлениях развития региона еще участвует Сбербанк? Мы очень хорошо работаем с регионом, и я хотел сказать большое спасибо и Олегу Николаевичу, и всей его команде, потому что мы вместе работаем и по социальным направлениям, и по развитию предпринимательства, и по медицине. И это для нас тоже очень и очень важно. Мы делимся всеми своими лучшими технологиями, которые есть у Сбера, для того, чтобы жителям региона еще лучше жилось в этом прекрасном регионе, в этом прекрасном городе. Диаметр фонтанного комплекса 24 метра. Работают 90 насосов. Создаются 185 динамических струй высотой до 15 метров. Можно воплощать разнообразные водные эффекты. Туманы, арки, бегущие дорожки, лебедей, балерин. Динамическая подсветка раскрашивает образы в миллионы оттенков. В центре фонтана водный экран. На него проецируются лазерные и видеошоу. Почему этот единственный? Ну, потому что здесь впервые применены самые современные технологии. Фонтаном можно управлять с телефона, с любого девайса. Можно настраивать разные программы, разные продукты. Можно делать миксы. Можно подстраивать его под события и иметь большую составляющую образовательную. Здесь можно преподавать, можно творить, можно проводить праздники, и все это для жителей города. Являясь, по словам Станислава Кузнецова, мощным гидротехническим сооружением, при этом управляемым только компьютером, фонтан будет дарить жителям и гостям города яркие эмоции и новые знания. Как руководитель города, вы как оценили такой подарок? Я уверен, что это самый желанный подарок этой осени. Такого подарка, ну, даже представить мы себе не могли. Мы приложили максимум усилий, чтобы не подвести ПАО «Сбербанк» и выполнить все строительные работы в срок, и чтобы в дни Восточного экономического форума все вместе смогли мы подарить такой шикарный подарок жителям города Владивостока. В городе появилось еще одно место для отдыха жителей города. Это прекрасно. У нас есть большая, важная социальная миссия у «Сбера». И для нас важно, чтобы люди во всех регионах чувствовали себя лучше, радостнее, счастливее. Фонтан будет работать до наступления холодов. Затем его законсервируют на зиму и откроют уже вновь весной будущего года. Ирина Шилина, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.